Привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и, конечно, говорить о том, что произошло сегодня, в среду, 12 июня, и, как всегда, начинаем с ситуации на фронте. Сегодня свою оценку в отношении того, что же там сейчас происходит, дал главком ВСУ Сырский. По его словам, армия Российской Федерации основные усилия прилагает на Покровском и Кураховском направлениях. Там россияне сосредоточили наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава 8 ударных бригад. Также он опровергает потерю Крынок и Работино, о чем сообщала нардеп Безуглая, а также Старомайорского, о чем сообщало Министерство обороны России. Также главком заявил: в Волчанске россияне увязли. О том, что Покровское направление наиболее тяжелое для ВСУ, напомню, пишут и украинские военные паблики. Продвижение россиян тут идет ежедневно, и по данным Дипстейт, россияне подошли ближе к селу Сокол и продвинулись в Новопокровском. И, судя по карте, они пытаются окружить участок в районе Новоселовки первой. А вот что касается Старомайорского, который упомянул Сырский, по данным Дипстейт, это село на юго-западе Донецкой области захвачено россиянами почти полностью, за исключением северных окраин. Россияне, напомню, атакуют с юга. Телеграм-канал сообщает: к сожалению, силам обороны приходится готовиться, что враг рано или поздно зайдет и на северные окраины. Потеря села с фермами на севере существенно усугубит тактическую ситуацию защитников Урожайного. Последний периодически враг штурмует, даже были прорывы в центр села, но их удавалось ликвидировать. Также воюющий на этом направлении боец Сергей Подюмин неделю назад написал в Facebook, что населенный пункт контролируют россияне, и там окружены солдаты ВСУ. Он пишет: оборона Старомайорского провалена, поселок под контролем врага. Бойцы, находившиеся в поселке в окружении, их не выводят. А в Киев докладывают, что все под контролем. Причиной этого Подюменко назвал слабую оборону Старомайорского, выстроенную в один эшелон. Эта оборона была пробита Россией еще в начале мая, сообщает боец. При этом ответственный за работу пошел на повышение. Не знаю, что он увидел в этом удивительного, но, по-моему, так было и раньше. Сегодня ночью по территории Украины россияне наносили ракетные удары, были атаки беспилотниками, применяли даже кинжалы. Воздушные силы Украины, конечно, заявили, что было сбито все, кроме одного Искандера, который был выпущен из Крыма и ударил по Одесской области, правда, куда конкретно, не сообщается. Но, как это обычно тоже бывает, несмотря на заявление о том, что все было поражено, имеется в виду, российские ракеты все сбили, в Киевской области каким-то чудным образом, получается, случилось попадание. Видимо, это какое-то предприятие, судя по всему, и горело оно весь день. Конечно, начали писать о том, что, может, это упали обломки ракеты, но по факту вот имеем, что имеем. Судя по карте ночной атаки, целью выбраны были Васильков и Миргород, где находятся аэродромы. В Минобороны России заявили, что ночью били по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров. Также в российских пабликах появилось видео, как утверждается, удара по аэродрому в Миргороде. Дата съемки, правда, неизвестна, но видно, что разведывательный дрон ведет наблюдение прям днем. Также виден взрыв вблизи стоянки самолетов. Они были расположены без каких-либо укрытий. А зачем, как говорится? Российские видео публикуют это и заявляют, что ударом уничтожен один из самолетов, а еще два повреждены осколками. Ну, то есть, и это происходит уже не первый раз, когда на территорию Украины залетают российские дроны днем. Один наносит удары, а второй корректирует и снимает это все дело. Ближе к вечеру был нанесен удар по Кривому Рогу. На данный момент под завалами одного из строений уже 8 погибших и 21 человек получили ранения. Теперь, друзья мои, о военных перспективах. Накануне встречи Большой Семерки Украине решили дать еще системы ПВО. Германия, которая ранее уже пообещала одну установку, сказала, что предоставит Украине еще
сотню зенитных ракет. А еще Байден согласовал отправку в Украину еще одной системы ПВО «Патриот». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, установка будет доставлена из Польши, где она прикрывала ротацию американских войск. Нидерланды сегодня тоже заявили, что отправят Украине радары, 3 пусковые установки «Патриот». Тем временем постепенно падает интерес к саммиту мира, который должен пройти вот буквально на днях в Швейцарии. И если ранее свое участие подтвердили 93 страны плюс там международные организации, то Радио Свобода со ссылкой на евродипломатов пишет о том, что теперь количество сократилось до 78. И Радио Свобода также пишет о том, что в совместном заявлении по итогам мирного саммита в Швейцарии предлагается включить формулировку, что в достижении мира должны участвовать все стороны. В проекте говорится: «Мы считаем, что достижение мира требует участия диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности, принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и крепкого мира в Украине». Ну, то есть, какие вопросы будут обсуждаться? Обмен пленными, ядерная и торговая безопасность, ну и возвращение украинских детей. Ото и все. Но еще же одно мероприятие, довольно важное для Украины, предстоит скоро. Это саммит НАТО в Вашингтоне. И сегодня генсек Йенс Столтенберг, по сути, сказал, что скажет Украине на нем по поводу членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, участники саммита заявят, что если Украина хочет вступить в НАТО, то ей, внимание, надо победить в этой войне. Прекрасно, я считаю. Звучало это так: нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное, говорит, условие для того, чтобы Украина стала членом альянса. Да они просто издеваются. Следовательно, давайте подведем итог. Приглашения не будет по факту, а еще и скажут, что хотите в НАТО — побеждайте в войне. Знаете, это как из разряда «как послать человека, чтобы он не обиделся». Слушай, иди ты. Не обижайся. Ну и, конечно, как без нее, без нашей постоянной рубрики «Мобилизация». Вчера в Хмельницком был зафиксирован случай нападения на ТЦКшников, которые хотели у граждан проверить документики. Наши источники в правоохранительных органах говорят следующее. Первый случай произошел утром в 6:50. Второй случай нападения в 11:30. Сотрудник ТЦК пытался проверить документы у мужчины на территории завода «Адвес». Во время проверки между гражданским и сотрудником ТЦК возник конфликт, в ходе которого мужчина начал избивать сотрудника ТЦК. Еще один случай массового прорыва через украинскую границу на Венгрию произошел. На этот раз 18 человек на микроавтобусе спокойно себе проехали и бросили микроавтобус. Журналист Виталий Глагола заявил, что событие произошло на территории пограничной службы Лужинка в Закарпатье. Во время мониторинга границы оператор БПЛА пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге недалеко от линии разграничения. Пограничники прибыли на место для проверки и обнаружили пустой и открытый белый Volkswagen. В ходе обследования территории нашли следы, ведущие границы с Венгрией. Также обнаружили прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе. В Украине тоже всячески закручиваются гайки, и теперь куда ни пойди, если что-то захочешь сделать, пожалуйста, предъяви военно-учетные документы. Вот что по этому поводу говорит министр юстиции Малюська. У него все нормально, он говорит, что это нормальный, правильный, естественный процесс. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такой механизм, но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ. Малюська при этом считает, что в результате украинцы станут появляться на радарах государства. Говорит, блоки не будут вводиться на критически важных услугах, а также связанных с детьми и семьей военнообязанного. А вот, говорит, на услугах для комфорта и хорошей жизни, интересно, это каких в Украине, не ясно, но, говорит, там, пожалуйста, предъявите. Ну и, как говорится, не опять, а снова в Раду внесли законопроект, который подразумевает
бронирование тех людей в Украине, которые зарабатывают много. И, следовательно, якобы платят много налогов в украинский бюджет, но мы, конечно, это проверить не можем. Да, это все та же история из рубрики «Война для бедных». А богатые, ну, откупятся. Че уж там. Вот такая информация к вашему размышлению, дорогие мои друзья. Пишите, что думаете по тому или иному поводу. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. И до скорых встреч. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока.